друзья, всем большой привет, всем хорошего дня, хорошего настроения, здоровья такого крепкого. Вот наш стеллажик я вам показал, прокрутил, да? Вот, то есть, что получается, ну, он еще, даже одна полка не заставлена полностью. Это здесь детки Надюша повыносила, которые пересаживала. Также орхидейки вчера. Ой, друзья, вот честно, я не знаю, там камера, наверное, этого в жизни не передаст. Здесь вот, как вы знаете, как пыльца у бабочек. Такое вот сверкание-переливание. Вот на этой орхидейке, на этой тоже. Вообще так классно, так прикольно. Вот. В общем, этот стеллаж будет примерно вот так выглядеть. Внизу вот здесь вот будут сейчас у нас там листочки, деточки. Сейчас я еще одну лампочку сегодня здесь прикручу. Потому что одна у нас осталась. Но надо будет докупить еще. Надо будет еще, наверное, сколько? Еще три штуки надо будет докупить, как минимум. Вот. И смотрите, у нас сейчас на улице пасмурно и холодно. Вот. Почти не видно. Солнца вообще не видно. Вот. Дождь шел ночью. Здесь вот свет для цветов. Надюша говорит, надо еще две такие лампочки сверху повесить. Ну, посмотрим, может даже еще и сверху повесим две такие лампочки. Вот. У меня еще появилась идея. Полочка для цветов. Плюс еще, я думаю, надо все-таки плитку докладывать до края. Может, с утра пораньше заняться плиткой, чтоб вечером можно было ходить, что ли, по ней. Посмотрим. Даже не знаю, чем заняться, друзья. Надо закончить уже, чтобы повыносить лишнее. Ну... Не, короче, да? Сегодня вы воды не хотите, да? Бастуют когда-то, воды не захотели. Видать, дождь пошел, они такие... И так сыро, не надо нам воду, да? Сыро, мокро на улице, он нам еще воду принес. Ладно? Ну, утки не откажутся, хоть и лужи есть все равно. Ну а вы что бастуете? Нет, ну ты глянь. Что, есть не будете? Ну хоть ты поешь. Это тут никому не дам, да? Друзья, если честно, 300 лет уже не разбирал, ничего не заглядывал. Так, тут что? Тут, наверное, на 12, да, ключик надо. Сейчас посмотрим, что внутри. Почему-то я думаю, что там, в принципе, не должно быть ничего страшного. Единственное, что я... Надо было сейчас за тросик попробовать потянуть, вытянуть. Вот. Почему-то мне кажется, что там вообще все будет элементарно и просто. Так, ага. Это... Сейчас надо направляющий снять. Открутить направляющий. И снять барабан. Посмотри. Так.
Ты чё там, приржавела что ли? Эх, я не купил смазку, к сожалению. У меня смазка есть, я там ее, короче, уронил нечаянно. И теперь нет, там нечем пшикать. Хотя сейчас попробуем что-нибудь глянем. Так, мне интересно, что внутри. Мне кажется, там просто тросик слетел какой-то, и все. Давай. Опа. Триста лет вот это ничего такого не разбирал. Обычно ездил на СТО. Это сейчас цены кусаются. Выросли цены на запчасти, выросли цены на услуги. Вот. Сейчас молоточек. Или без молоточек. Прикипело, да? Друзья, по-моему, я встрял. Короче, сейчас мы тут забрызгаем это все. Оно тут прикипело. Оно несколько лет не снималось. Вот в чем проблема. Вот. Ага. Несколько лет не снималось. Ну, теперь там как родное все. Это, короче, я уронил, отломалась у меня пипка. Это я с аквамариса, с пустого баллончика взял. Сейчас это... Вот. А так вот забрызгал его туда. Так. Что у нас тут делается? Тут есть резьба, нету? Ой, был бы съемник, съемника нету-то. Да? Тут что у нас? Это ничего, да? Попробовать? Так нет. Вот, а тут есть резьба. По-моему, есть такой вариант, вот сюда вот закрутить эти направляющие, да? Когда возьмем болтики на уже помощнее. Короче, друзья, мне кажется, я встрял. Так, это сюда, вот сюда. Вот это вот оно типа вместо съемника должно работать.
Я сюда пищок не лез. Тормоза у меня хорошо тормозят. Вот. У меня единственное, что... У меня ручник не работает. Я подозреваю, что тут проблема в этом колесе. Потому что этот тросик ослабленный. Вот это оно должно работать как съемник, эта часть. Сейчас попробуем. Надеюсь, ничего не выломается. Что-то там хрустит. А, друзья, что-то... Ага. Не то. Хрустит, только не то. Не. Ой. Вот это да. Встрял. Встрял так встрял. Так. В общем, друзья, я признаю свое бессилие. Что я сделал? Вот, я, в общем, обработал все вот ВД-шкой. Но у меня не ВД-шка, вот такая вот. Я думаю, разница невелика. Вот глубокого проникновения смазка. Я пробовал обстучать. Потом, вот, взял болты. Вот, если здесь просто не в резьбу попадаю, да, ну, направляющие. Вот, здесь резьба нарезана на самом барабане. Вот, здесь оно немножко даже там кусочек барабана выломало, да, здесь резьбу слезало. Вот, то есть оно как получается вместо съемника, вот эта штука, можно вкручивать. Ну, оно не прокатило. Вот, пробовал оттуда поддеть. Вот, ну тут... Если на москвиче можно было как-то подсунуть там или на шестерке, здесь никак не получается. Вот, в общем, натягивал, стучал. В общем, без съемника, друзья, мне здесь делать нечего. Вот съемника, к сожалению, у меня нету. Вот, где его взять? Самому сделать это, сколько на это времени уйдет. Вот. В общем, если бы не было... Поблизости СТО я бы, конечно, продолжил мучаться. Я уверен, что там проблема невелика. Но поедем это самое. Будем в Павловской, заедем на СТО, пускай уже там. Потому что я боюсь, что могу вообще и барабан этот разбить. Боюсь дальше что-то предпринимать. Потратил не один час, скажу здесь. Это немножко поснимало, потом уже тут стучал, стучал, крутил, крутил. Знаете, вот если на этот, на заднеприводной, на классике, бывает вот такая проблема. Там все гораздо проще. Там просто поднимаешь одно колесо, которое заклинило. Вот, включаешь скорость.
раскручиваешь, чтобы колесо крутилось очень, ну, сильно на скорости. И потом жмешь на тормоз резко. И вот бывает там с первого раза, бывает 2-3 раза. Вот, и получается, проворачивается этот, ну, срываешь барабан. А здесь задний привод. И все. Так, а что если... Не получится ничего. Даже если я все откручу, попробую. Не получится. Нужен съемник. Хорошо бы свой съемник иметь. Ну вот я за 3 года первый раз откручиваю. В следующий раз вообще не знаю, когда буду откручивать. Вот, буду лежать, место занимать. Ладно, пока соберу на место. Буду в Павловской, заеду. И, в общем, я подозреваю, что там просто-напросто всего лишь навсего слетел трос с ручника. Просто он где-то там или ослаб, или что. И вот он просто слетел. Его просто на место надо поставить. Как бы вот такие догадки у меня. Но я не могу снять барабан. Казалось бы, да, всего-навсего. Вот. Может, съемник найду. Сейчас поспрашиваю. Вдруг, если найду, то тогда продолжим. Не найду... Так не найду. Короче, друзья, пока я тут в гараже стучал, громыхал, вот, колесо там на место поставил, пришел сосед, говорит, а сделай сам этот съемник. Предложение, конечно, интересное, вот, я тут кое-что поискал, вот такую вот шину нашел, довольно-таки. Толстый металл. Хорошая, надо же еще этот самый болт длинный там. Я не знаю. Я помню, это Донкрат был старый. Поискать. В общем, буду собирать до кучи, что будет на глаза попадаться. Такие мысли будут появляться. Можно попробовать сделать съемник самому. Вот. А там, если узнают, что есть съемник, будут прибегать, говорить, дай съемник, дай съемник. Надо подумать, как это сделать все красиво. Подходишь, думаешь, да? А по факту, друзья, ничего не сделал. До обеда провозился за этим колесом. До обеда ничегошеньки не сделал. Так. Доложить этот закуточек плитки, доделать.